Здорово, сноубордисты! Очередной видос компании Royland, самый крупный производитель сноуборд наклеек в России. Качество наклейки вы можете увидеть, включайте Full HD и смотрите, то какого качества мы печатаем наклейки. Мы самый крупный производитель, и соответственно по цене также конкурентов у нас нет. Итак, что хотел очередной раз рассказать. Наклейка шириной 330 стандартная и 1,70 м в длину. Если вам нужно под размер, что я не рекомендую, то в разделе комплектующие вы можете добавить, и за 100 рублей мы ее уменьшим. Это не проблема. И если нужно увеличить, то же самое. Почему я не рекомендую ее уменьшать? Потому что вы наклеить все равно идеально не сможете. Лучше обрезать лишнее просто. Что остается, вы обрезаете по своей ростовке, по ширине. И как бы все счастливы. У вас наклейка, собственно говоря, приклеилась именно на всю площадь. И вы не накосячили. У каждой наклейки есть, естественно, превью вот такое вот. Да, чтобы понять, как будет наклейка выглядеть в дальнейшем. Что хотел еще заметить. Вот, например, у нас есть пример наклейки. И вы можете что-то добавить, например. Вот человек взял и добавил хэштег 13. Вы можете там написать имя, вы можете телефон свой написать, еще что-то указать. Для чего это хорошо? На склонах. Чтобы вашу досочку не украли. Потому что вы купили себе досочку там за 30, за 40 тысяч, это ладно. Но когда вы покупаете себе какой-нибудь Джонас за 60, вот, и вроде бы смотрите, это все круто, или лептех какой-нибудь, да, за полтинничек, вот, то эту досочку на каком-нибудь курорте могут просто спереть. Вы покупаете наклеечку на нее за 500 рублей, и все счастливы. То есть вы получаете хорошую доску с тем дизайном, который вы хотите. И нету претендентов, которые бы хотели ее украсть. Это очень хорошее решение. Подумайте об этом, пожалуйста. Также есть в разделе комплектующая ламинация. Вы ее можете накатывать как на купленную доску, также и поверх наклейки купленные у нас. Доставка транспортными компаниями либо Почта России. Печатаем мы в течение 2 дней. Вот. Стараемся отослать раз в неделю. Если очень много заказов, то чаще пытаемся отослать. Вот, собственно говоря, и все. Всем глубокого пухляка!